Это лайф, мы в прямом эфире. Сейчас расскажу самые последние новости. Итак, президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Активных граждан сообщества». В нем принимают участие почти 4000 человек. Символично, что итоговое мероприятие, итоговый форум проходит накануне и приурочен к празднику Дню народного единства. Сама суть этого праздника тесно связана с идеей гражданской активности, со стремлением людей разных возрастов, профессий, национальностей, вероисповеданий. И я вижу здесь таких людей как раз со стремлением объединиться ради общего блага. Сегодня здесь собрались именно такие неравнодушные, деятельные, творческие люди. И в целом во всех регионах России сейчас все больше граждан включается в волонтерскую деятельность, в деятельность некоммерческих организаций и различных структур. Да, иногда и индивидуально часто люди этим занимаются. Желание людей реализовать свои инициативы, опыт, знания ради полезных дел говорит о растущей зрелости российского общества.